Мы сейчас будем стрелять из автомата Аль Капоне. С днем рождения. У нашего мэра города было день рождения. Этот рецепт есть только у нас. Берем нарзан. Агент 007 бегает только с Вальтером ППК. Вальтер ППК. Мощнее. Пистолета Desert Eagle. Каждые охотники, рыбаки и вообще нормальные мужики, они любят посидеть в бане. Видите, мы используем всякие. Пообщаться с друзьями, выпить кружечку пива. Заходишь в парилку и лежишь там строго 15 минут. Взять с собой детей. Это яркие воспоминания детства, которые останутся у них. Ну, мне здесь нравится. Тут все классно. Поехали. Это Витя, это лучший парильщик нашего города. Расскажи, покажи, как запаривать веники. Давайте там пройдем в парильное отделение. Веники мы используем всякие. Березовые, дубовые. Мне вот очень нравятся дубовые мягкие веники. Они хорошо нагоняют пар. Запариваем чуть теплой воде. Немножко они полежали у нас. Положили. Набрались они немножко. Полоснули. Вот. Парилки жарко. И для массажа, и для дыхания используем еловый пихтовый веничек. Замачиваем его в холодненькой водичке. Каждый раз, когда я прихожу в баню, традиция такая. Заходишь в парилку и лежишь там строго 15 минут. И мы готовы тоже попариться. Но туда нельзя. Ему уже жарко. Ему уже тяжело дышать. Можно что сделать? Холодный веник на лицо, на затылок. И ты обмахиваешься холодной водой, но досиживаешь эти 15 минут. Как бы тяжело тебе не было. И когда ты выходишь, надо сразу прыгнуть в бассейн. Потом, отдохнув минут 20-30, можно делать второй заход. И там уже с вениками обстоятельно. Читаем парень всегда от ножек. Всегда от ножек. Вот такими движениями. Весь смысл парения не просто побить веником, а прогреть все суставы, прогреть все органы. И чтобы это несло оздоровительный эффект. После всех парений ты выходишь, выпиваешь банный напиток. Этот рецепт есть только у нас. Мы вам его расскажем. Берем 50 грамм меда, предварительно помытый лимон, разрезаем. Самую обыкновенную соковыжималку. Размешиваем. Берем нарзан. И потихонечку за них тоненько наливаем. И подаем его. Вот это вещь, Все натуральное, свежее, потрясающий, очень вкусное. Вкус, потрясающе. Мы сейчас пройдем на стенд компании Impala, с которой мы месяц назад договорились. Hello. Это инерционки Impala. Мы взяли в руки то ружье, которое должно прийти к нам. В Россию первая партия 200 штук. Я думаю, примерно через месяца полтора можно будет уже делать заказы. Это основатель и владелец компании Umarex, которая владеет брендом Вальтер. Этому молодому человеку уже за 80, но он активный образ жизни ведет, посещает все выставки, ездит на охоты, путешествует. Самый авторитетный человек в нашем мире. But I hope I see you. Yeah. Okay. Также расскажу, что агент 007 бегает только с Вальтером ППК. Вальтер ППК. 7.65 mil with a delivery like a brick through a plate glass window.
Сейчас мы будем спускать Вальтера Петуха. ППК означает Pistol Police Criminal, то есть по сути был сделан для полицейских, для самообороны. Маленький, компактный, его можно даже незаметно в карман спрятать. Калибр здесь 7,65 Браунинг. Эффективность боя 50 метров. Но, в принципе, останавливающее действие у него тоже достаточно. По точности он очень точный пистолет. Прекрасный пистолет, отдача достаточно комфортная. Посмотрим, как я отстрелялся, насколько кучно все прошло. Одну замазал. Так, в принципе, где сколько их было? 5. 3, 4. И одна куда-то улетела. Здесь два баллончика 12-граммовых, их хватает на 60 выстрелов. В принципе, для ребенка достаточно удобно, немножко неудобно заходит вот сюда, да, если смотришь, это хрень лишнего. О, такое дело. Wir gehen weiter und ich zeig mal die Pumpe. Это шестизарядный револьвер. И он стреляет краской и резиновыми шариками. Достаточно эффективно. Болевой шок можно испытать. По цене и способности сертифицировать его на российский рынок мы посмотрим. Дальше, если мы поговорим о мощных калибрах револьверы, здесь представлен бразильский револьвер Taurus Raging Bull. Это оружие используется в основном для охоты в Южной Америке, в Африке. Слона это он, как здрасте, на выстрела положит. Калибр у него 4,5-4. Касл Магнум. Держи. Ага. Хрена себе. По сути, чуть меньше, чем 50-й калибр у Desert Eagle, но здесь длиннее гильза и немножко другой порох используется. Также заряда здесь больше. Он уже на 30% будет мощнее пистолета Desert Eagle. Чуть-чуть неосторожно пальцем дотронулся до барабана, пальцы просто, мне кажется, оторвет, да? 2000 бар с барабана давления. Буквально 3 дня назад у нашего мэра города Кострома Виктора Йенца было день рождения. В тот день мы не пошли его поздравлять, потому что очередь из поздравительных делегаций была как в мавзолей во время правления Брежнева. Пойдем поздравим Виктора. С днем рождения. Ты человек очень уважаемый в нашем городе. Очень много делаешь, люди к тебе прислушиваются. Как ты вообще относишься к охоте, к рыбалке, к стендовой стрельбе? Настоящие мужские забавы, поэтому если есть время, тремя руками поддерживаю. А ты был вообще у нас на стенде? На стенде нет, вот так в тир иногда похаживаю. Мы с тобой обязательно съездим, может тебе понравится? Как экскурсию съездить, посмотреть, саму попробовать. Как администрация к блогерам? Очень позитивно относимся. Нас начинается только это движение в городе, поэтому вот мы даже в этом году устраиваем конкурс «Блогер года» в городе. Да, я тебе предлагаю участвовать, я думаю, у тебя есть все шансы. У тебя покупают ружье, удочку, там, не знаю,
что-то, и ты даешь ссылку на приложение, которое человек скачивает, все оно сейчас у всех смартфоны, да? А дальше ты понимаешь, что у этого человека есть это приложение, ты понимаешь, что он у тебя купил. И ты ему целенаправленно шлешь уже пуш-уведомление о том, что у тебя там, допустим, скидка на патроны для оружия. Ну и все, и человек даже не хотел ехать, тут раз, ну, Андрей, там, такое приложение шикарное, что там, или там, слово там, оружие для, вот, как ты говоришь, для стендовой стрельбы, да. Или еще, ты говоришь, а это что-то не соревнование, и все ходят, все сразу знают, даже не нужно там обзванивать, что-то там. Не зря мы пришли, мы только поздравили, мы получили там колоссальный совет от мэра города, и это дорогого стоит, специалист высочайшего класса. Легендарный Томпсон. Все составные элементы имеют очень большой ресурс. Данная версия 1928 года до сих пор работает. Значит, мы можем надеяться, что Аль Капоне мог в руках держать этот автомат. Да, вполне. Мы сейчас будем стрелять из автомата Аль Капоне. Пистолет, пулемет Томпсона, используется пистолетный калибр 45 АЦП, это пистолет Кольт. Аль Капоне любил вот версии барабанные. Такой нюанс в автоматах Томпсона, что нужно взводить трубку. Не совсем практичен барабан, потому что, во-первых, он очень тяжелый, у него внутри пружина, которую нужно взводить, чтобы, так сказать, зарядить барабан. Вот так вот в 1937 году алкогольные войны проводить. У него скорострельные стрельбы, барабан 2,5 секунды на 50 патронов. Да ты что? Да. К сожалению, нельзя стрелять в автоматическом режиме, поэтому как можно быстрее нужно нажимать пальцы. Точность стрельбы быстрый, да. На самом деле он очень хорошо сбалансирован. Опять же, повторюсь, пистолетная пуля. То есть отдача будет сбалансирована также его весом. Весит он 4,5 килограмма. Стрелять можно достаточно кучно. Недаром ему дали прозвище «Чикагская пишущая машинка». Здесь можно поставить свою роспись даже на мишени. Ну вот, крайний вечер выставки. Я помню, как первый раз приехал в Германию, то ли 15, то ли больше лет назад. Денег тогда не было совсем, и я решил ехать на автобусе. Ехал 3 дня, придя на выставку, мне сказали, где твое приглашение, и у меня его не было. Сказали, тогда ты свободен. Я говорю, охренели что ли, я пешком практически из Москвы пришел. Ну хорошо, там оказались наши друзья с России, меня провели. А сейчас я прихожу в ресторан, который меня и нашу компанию пригласила, компания Omerex. И сейчас все Николасы Кейджи, оружейные бароны, сидят в этом ресторане и пьют пиво. Ну, что я могу сказать? На этом мы, наверное, закончим наш рассказ про эту выставку, про Нюрнберг. Там офигенный карп. Если будете, обязательно его закажите. Андрей улетел за очередной порцией экзотики для вас. Мы едем по каналам Флориды. Здесь действительно есть вот 4-метровые аллигаторы. Написано «Ганфот». Что это такое? Делать фоточку и запостить ее в Facebook. Без лодки в Майами вообще делать нечего. Вот она, всеми ожидаемая винтовка SR-1. Это самая большая щука, которую убили в этом году. Не забывайте подписываться под Top Hunter TV.